Рабочая поездка депутата Госдумы началась с посещения районной модельной библиотеки, реконструированной в минувшем году в рамках реализации нацпроекта «Культура». Парламентарий высоко оценил внушительный книжный фонд, оригинальное оформление залов и использование для ее оборудования новых технологий. О библиотеке можно говорить очень много. Самое главное, что все сделано оригинально, со вкусом, и дизайнерским, и технологичным. Людям это очень нравится. Все красиво, доступно. Сегодня, наверное, это лучшая библиотека в Самарской области, и с нее должны брать все пример. Особое внимание Виктор Казаков уделил объектам, реализуемым в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Вместе с главой муниципалитета и руководителем районного управления заказчика-застройщика архитектуры и градостроительства Еленой Остаповой он ознакомился с масштабным проектом по развитию и благоустройству сельского поселения Светлодольск, которое после завершения всех запланированных работ должно полностью преобразиться. Мероприятия по его реализации уже начались, но в этом году предстоит выполнить огромный объем работ – от строительства коммунальных сетей и возведения малоэтажных домов до капитального ремонта зданий школы и дома культуры. Я думаю, что мы тут получим очередной суходол или что-то побольше. Замечательный проект, и рад, что Сергиевск поработал над проектом очень серьезно, внимательно, и это заслужило своей оценки на федеральном уровне. Заключительным этапом рабочего визита стало посещение малоэтажной застройки поселка Сургут, где по той же программе «Комплексное развитие сельских территорий» уже построены сети водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Идет строительство улично-дорожной сети малоэтажной застройки. Согласно пояснениям Елены Остаповой, в этом году все мероприятия будут завершены. Реализация проекта позволит улучшить жилищные условия более чем 170 семьям, членами которых являются более 90 молодых и квалифицированных специалистов, задействованных в сфере сельского хозяйства. По поручению губернатора я курировал реализацию этих проектов в самой начальной стадии, работал с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации. И вот сегодня по его же поручению контролирую ход реализации этого проекта на месте. Парламентарий отметил, что это очень нужный людям объект, и выразил уверенность, что совсем скоро в этих новых благоустроенных домах будут праздновать новоселье жители Сургута. Юлия Трухтанова, Антон Иванов, телекомпания «Радуга-3».